Друзья, привет! Меня зовут Юля, и вы на моем кулинарном лайфстайл-канале «Сладкий персик». И сегодня мы с вами будем готовить очень необычное блюдо, и это будет мятный сахар. Такой сахар можно добавлять в чай или в какие-то десерты или выпечку. Всем привет, меня зовут Юля, и вы на моем кулинарном лайфстайл-канале «Сладкий персик». Сегодня мы будем готовить